Инвестиции в Германию бессмысленны, объявил немецкий концерн Siemens устами главы своего налогового департамента. Один из столпов экономики ФРГ с оборотом в 77,8 миллиарда евро и 320 тысячами сотрудников теперь вкладывается только в расширение заграничных мощностей. На самом деле нет ничего, что бы говорило в пользу инвестиций в Германию. Поэтому наши последние инвестиции в основном были сделаны за рубежом. Председатель Комитета по малым и средним предприятиям от ХДС Гита Кониман согласна с мнением Кезера. К сожалению, анализ верен. Германия все еще обладает уникальной основой – 3,3 миллиона предприятий, из которых 99% – это малые и средние компании. Раньше они шли на обгонной полосе, а сегодня застряли на обочине. Их тормозят огромные цены на энергию, слишком высокие налоги и взносы, парализующая бюрократия и враждебность к инновациям. Энергетические расходы, налоги и сборы нужно снизить, а также необходимо прекратить чрезмерное регулирование. Немецкие промышленники грозят правительству массовым исходом предприятий из страны, предупреждая, что деиндустриализация ФРГ – реальная угроза. Стоит отметить, что в действительности утеря промышленности нормальной-то страной уже началась, на что указывают недавние данные о росте безработицы.